Зарю же Почему? можно сыграть. Почему ты не умеешь это делать? У меня же Хочу. Ты не королевское дело. Челядь пусть работает. Ну, хорды были, да? Еще раз, Престон, ты так плохо слышно иногда? У меня, по-моему, были аккорды. Это арии какой-то песни. Нам на уроке их давали. У них песен там сотни. Так, нет, это не то. А, нет, я тебе не сказал, сколько нам надо. Значит, в домашке смотреть. У меня только это Никелбэк есть. Никелбэк, да. Только от них есть. Вообще пол. Все вот эти вот группы Никельбэк, вот Coldplay, мы уже там перекинулись пара слов с новым Фопалом. Классные, очень люблю. Одну песенку могу сказать, мне просто очень играется. Все, везде сусы. Сус 2, сус... А, да. С сус 2, А... Диэс Сус 2 и Д Диэс Сус 2. Престон, мы нихуя не понимаем вообще, типа. Хорошо, разница. Я сомневаюсь, что кто-то тут есть музыкально подкован. В смысле, образование музыкальное, едва ли у кого-то есть. У меня нету образования музыкального. Ты же где-то учился? В смысле, вы играете в ВОВ без музыкального образования? Да, есть музыкальное образование. Нахуй кончим музыкальный, там хуйня полнейшая. Лучше не школу гитары дальше буду учиться. Кажется, человек, ну, типа парень, который играет на гитаре, должен хотя бы, я не знаю, ну, 2-3 песни арии знать. Просто не учиться, ну, то есть не как, вот, допустим, Престёна. Потому что это такая классика. Фан-мод, свое знаю, и вот это. Нет, я про любителей говорю. Да не, есть люди разные, есть вообще, которые никаких песен не знают, только сами поют и все. Скинула, наверное, клип, поэтому отвязался, нет? Как пробивается? Очень вкусно. Я считаю виртуозы своего дела. Типа для русских вообще красавчик. Ебать вы, блядь, молодцы, конечно, нахуй, ребята. Пиздец. Пофиряйте, блядь, этих лишних мобов каких-нибудь, советников ебашься. Одного и второго. Чей этот волк, блядь, тессер, блядь. Смотри за своей псиной, блядь, куда она бежит. А все, это здесь ладно. Ну, блядь, я бы, блядь, похоронил. Суки, вы мне одну песню не дали дослушать. Кринги. Хочешь, допою. Юля, не урони меня. Я держу. Сколько Павел Пламенев, какой фан мог в начале, пока после того, какой песни слышишь, когда они скатились. Выры невесты, по-моему. А, не, на Воргинах. Когда песня про Воргина вышла, тогда скажи, там такой говно. И последующая песня практически. Пиздец, они хуярят нахуй. Ебанутый трэш, блять. Блять, я смотрю, я потею на хиле. У него хп 0-100, 0-100. Ну, либо танки у нас капец кидырявы, либо трэш, ну как. Да они настакают эту хуйню, блять, вот это вот раздирание плоти, блять. Ну, Петя тикает, блядь. По мане нахрен сел за такую херню. Что вы делаете, Котя и Биба? Заебали уже. Ну, пим-пим-пим-пим. Дайте, я сборник запустил, пусть бы играл. Что вы творите? Или запустите какой-то Шазам сборник, чтоб нравилось всем. Бля, давайте Рамштайн нахуй запустим. Как черный бигуди, запустите меня, позовите. Блядь. Можно права просто забрать, и никто запускать не будет. Не ли? Или отдельно права, как раньше делали.
Запустить эту песню, которая этот волшебный звук, же петух. Со званием администратора, либо там диджей отдельно там звонит. Короче, о, классные песни оставьте, ребят. Нормально. Диджей, короче, если хуёвые песни включают, минус ЕП, нахуй. Если заебись, то плюс ЕП. Левичка, кто вот танчить будет? Двоих это или килисет? Хотя пять немцев рубили шум. Да, классная песня. Народная песня, нормальная. Я не люблю немецкий язык. Уж очень грубый, какой-то угловатый. Опа, это не то? Фашистский, да? Ну, английский, мне кажется, самый красивый все-таки язык. А как оценивать красоту языка? Никак. Тут слушай, давайте полпам быстрее поехали. Пусть человека банально все. Встаешь перед зеркалом, блять, высовываешь язык, блять, и смотришь нахуй. А чё вы без фасок, блять, полдарей? Да чё за хуйня? А, они же закончились. Пропали. Промазаться. Сейчас. Правильно дело. Всё, давай, чё-то поехали. 5, 4, 3, 2. Я тактику забыл. Будь зеленая хилить, красная бить. А коричневая. Не наступать. Я понял. А сейчас что? Ебать, 30 лямов и сколько там, 120 нахуй. Ебать разница, блядь, в 4 раза, блядь. Ну так пока за деньги тогда. Левичка, рука отведет, что там не изнасилован. Много не бегать, и там стаки копятся, ебать. А, да, извините. Ой, на тебя уже 10 стаков, блядь. Что ты можешь, как ты это прокомментируешь? Я, блядь, заслакал. Ну, блядь, пингует, не знаю, что поделать. Просто не двигайся. Ну, персонаж сам хочет двигаться. Там кружка пива. Ага. Впереди. Пить не запретишь, блядь, пиво. Господи, сука, бесконечная ебанутая песня, блядь. О, богу, кончилось. То ли дело Аня, одна на одну никогда не похожа. Да ты уже можешь ядра не собирать, Левичка. Уже похуй. Келесет больше не откроет, все. Бать раньше вихря, сука. Пятнашка, что ли? 12. Да. Нет, я бы не поверил. Я не верю. Слишком много. Брать вот с этой стороны, подходите с этой стороны. Блять, он вот не нужен. Где этот пидор, блять, Талдаром? А, вот. Иваланар, да? Да-да-да. Катушка. Блять, я распылить нажала. Суки, занитьте кто-то, не хочу подставить ее. А вот катушку или кого? Не знаю, что-то я там ткнула распылить. Бля, куда вы пошли, блядь? Сука, ждайте хилу. За хилю. Ребята, мы пошли в эту сторону, босс умер тут, ну, как бы, быстрее, нахуя вы не тупо спит? Это кто там? Саунджи, иди сюда, ты, блядь, быстрее. Саунджи? Он там стоит, он сейчас пулит, блядь. Сейчас мобы спустятся. Налево. Иди к нам. Налево, це лево, не це право. Сюда, не сюда, не сюда. То нажмите М, блядь, в чем проблема, блядь? Почка, ты куда побежал? Минус почка, нахуй. Почка? А, он в инвизи хочет побегать, блядь. Иди сюда, бить надо, хули ты там, блядь. Стелс экшен, нахуй.
Deus Ex Human Revolution, блять, почка минус нахуй. Я пацаны при Сумонте. Короче, я включила. Вот... Ты считаешь, я могу включить песню, долбиться в задницу? Ебать. Ничего, бля. Кто включил? Такое на стрем нельзя зайти. Если вы свои загребульки сейчас оттуда не уберете, я вам натуре поснимаю права. Вот это параша линканул, там на распыл, короче, идет. Не надо никому. Ну заберите те, кто это. Катушку и пешьте. Катушку и пешьте. Ладно, короче, блядь, сейчас я нахуй включу. Попробуйте только кто-нибудь перебить, блядь. Что ты там врубаешь? Не знаю, что с чем я врублю. Он сборник Шазам нашла, первый попавшийся. Блядь, прокрутилось там, ставил кто-то на катушку, а вон 500 армазит. Все, кроме армазита ничего, у меня прокрутился чат нахуй. Армазит все, да? Скажите, блядь, это не вижу нихуя чат. Да, все, один. Все, армазит 500, короче. Хватит за металл. Я сейчас господин нахуй, тем ботом пользуюсь. Стоп. Страшно представить, что вы за люди, кому нравится вот эта вот музыка. Какая веселая немецкая музыка? Ну да, ну как веселая. Блять, веселая. Она про пиво поет, еще не так? Она веселая такая. Веселая — это деревня дураков. А вот эти немцы не веселые. Че за хуйня, блять? Не понял. А, все, все. Я уже тем ботом, блять, не пользовался. Восклицательный знак, play, пробел и название. Да я понял, но теперь не сокращается, блять. Раньше можно было просто... Да, да. Возможно, это другой бот, поменяли боту, типа. У всех а за году бот. Можно песню ставить? За голду? Типа концерт по заявкам? Да-да-да. В ГБ, да? Ну, в ГБ, естественно. Еба. Что, я не хрен... Ты, Кирилл, не можешь с ботом разобраться. И запустил Бебину долбиться в задницу. Да ладно, это ты посмотри. Блять, нахуй. Кирилл, подпиши клир, пожалуйста. Знаете... Короче, включите шумать нормально. Берите эту ключи. Просто клир пропиши, там как бы сборники эти записки. Да, если ты какие-то пчелки свои тычешь, да, убирай свои руки. Знаете, есть песня, блять. Называется... Ой-ой, правильно. Пропиши клир. Вот эту вот команду сейчас видишь, ребят. Да, ребят, может вы мобов будете бить, а не клир там писать. Бентли, давай, въеби им там нахуй. Надо тебя рылом делать, заебал. Минуса хуярить будем. Шесть тел лежит нахуй, остальные чилят, блядь. Шесть тел в DC, блядь, музыку включают нахуй. Давай, что тут еще происходит? Адель бегает от трэша, чувава в коте пробегает мимо трэша. И оглушен. Аккуратно. Охуел, блин, вообще. Так, короче, песня называется «Города — это пиздец. Страшнее только деревни. Чем ты ближе к земле, тем ближе к тебе черви». Это пиздец какой. Какие-то жесткие вкусы музыкальные, если честно. Так это... Не я включил. Я ничего что не включил. Песня неплохая, поэтому я не скипал. Не-не, я про Войда. Просто уже спел. Так это, блядь, ну, это хуйня, типа, а не песня. Классика. Мне было лет 10, наверное, эта песня была. Ты что там включила? Я ничего не включила. Я включила сборник Шазам, но он в очереди, так как кто-то запустил передо мной. Песня неплохая, поэтому я не стала скипать. Давайте, блядь, что-нибудь нормальное включайте там, блядь. Позовете, блядь, когда что-то... Соцкого не будем слушать. Ну, блядь, хотя бы этого, блядь, как он, Кобзона, блядь, хуй знает. Бля, вообще, просто на телефоне вот этот вот, что сделали Дискорд, это просто пиздец, нахуй. Ты уже третью неделю это говоришь? Это просто пиздец. Я ничего писать не буду, все, ну нахуй.
Так с телефона-то вообще пизда неудобно. Е, лесник. Лесник. А, уважаемо. 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 Ну что, где ты? Какой-то на 2 часа сборник. Сойдет мне целым король шут. Ох, пускай играет. Я вообще все песни короля шута наизусть знаю. Я все тактики наизусть знаю, нахуй. Давайте еще на бумагу надо. Каску паладина дайте. Я уже раздал. Нет, поставил, давай, что такое? Да. Это было неразумное решение. Дель, укусит по гуртуге. Такую песню-то надо дамажить. Ты мили или где стоишь? Блять, ну я по этих разрабов реально бы, блять. Это шо, X-Temp нахуй, Discord нахуй на телефоне делал? Все виноваты разрабы. Нет, именно X-Temp. Подкармливать волков. Выйди чуть назад из мили. Где протыкнуть? Проймать на слабо. Ну, вот ты бью, кусишь Блэкича, а ты отдали кусишь плоды кужу. Он место встречи укуса печенье просто. Место встречи изменить нельзя. Стрел ты фильм? Угу. Еще мой дед смотрел этот фильм. Продиспельте его сразу, Цифер Варт. Вот. А я раньше не берите. Малость балл. Нагрите маночку. Блять. Минус укус сразу. Блэкич погон. Дай Войд БР по Блэкич. Без ранения. Сбежите как-то. Все похуй кого кусать, типа ДДшки какой-нибудь кусит. Войда укушу. Давайте, Герм. Интересно, если бы ты был арканом скорее, то не видел. Купол в центре поставил. Эдмон, давай или еще? Асус, дай гимн на хп. Я уже отдавал. Владыка. Уже все кастом. Пошли туда в центре, добьем.
Это же хилить сложно. Нет, реально, шутки какие-то или что, с осколками? Как упало? Один, два? Да, один. Хорош. Да. Ну, хоть один, блядь. Заебись. Спасибо. Идите покурите, короче. Можно было реально меня не ждать. Семья бутылка пошли. Я, короче, точно сейчас буду ебашить. А если бы ты не пошел бы, там бы 10 выпало бы, нахуй. Может быть. В сути, не меняет, то время только потеряли. Разбежавшись, прыгнули? Да. Да, и вот я не стал. Разбежавшись, прыгнул со скалы, как песня. Ну, бля, пацанчик грустно за него упал, получается, и умер. Все. Ай, бля. Ай, бля. Слишком много. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай. Так, что там? А, на бог. Бля, рекаунт вообще лучший аддон в мире. Вот вам. Пинкую, ДПС. Можно за щиточек поепошить? С этого, с... Сланы. Сланы, которые, да. Ладно, я кофе пуш пойду делать. А, ты пятый. Это хилый абсорб. Там не было проклятого старого дома, не играл еще? Кто слушает? Что еще раз? Еще не играл. Еще не играл. Я поняла. Что там? Было есть? Поехали. Две десочки. Кто без фласа, фласки больше не дадим. В этом рейде точно. По куда вы их тогда берете?
Сара, беги. Не баба, она дракон. На дирижабль, в барейку, и в барейке, блядь, стакана. Пошел проблемы. Разовый камень за голоса купи. Кстати, вот это одна из моих нелюбимых песен у них. Бля, классная вот песня. Ну вот не заходит она мне. Почти все нравятся, а это нет почему-то. Вторую поставь. 30 тысяч. Соница. Денис Воронов, секунду, охуенный спал. Почти каждую песню по первым аккордам могу узнать. В смысле, название сказать. Ну, у них есть пару-тройка песен, которые вообще одинаково начинаются. Ну да. Очень люблю каверы, качественные. Группы, кавер-группы, вообще четкие. Когда эта группа была актуальна, ну, как живые все были. Ария? Ее, блядь, никто не слушал. Ария? Киша. Мне кажется... А, Киша... А... по-моему, все слушали на кассетах раньше. Не знаю, самое... Он так считался такой простой, прям его там никто в андеграунде не слушал. Зато после того, как он умер... Ти, Шаря, сказать... Кипелов, нахуй, самая бись была. Виктор Газа еще. А ты вообще вспомнила Виктор Газа? Да. Чего? Ты что, Децла вспомнил? Хороший... Ну и Децла, я тоже многие песни помню. Но тоже вот его судьба меня очень трогает. Очень много фильмов пересмотрела. Не была его поклонницей, конечно, но очень много фильмов посмотрела после его смерти, и прямо как-то мне так тяжело было. Я фильм досматривала, и у меня такой осадок был еще несколько часов. Талантливый ведь парень был. Вот эта песня с Хоттабычем. Все смотрели Хоттабыч? Но. Хоттабыч? Ну, про Джина. Ну, а при чем Хоттабыч? Что с песней? Ну, вот эта песня с Хоттабычем. А. Кукла Толдена. И ты попала. Выглядят на самом деле все вот эти вот, типа Киша, вот все такие группы жутковато. Ну, как по мне. Очень люблю их музыку, но внешность их, вот это вот образ... Жестокий прям... образ, но... Стоп, а ты, князь, смотрел, как выглядит? Ну, осколок от короля Шута. Помех. Я спрашиваю, нет. Нет, типа, они выглядят нормально. По внешне, угрожающе. А нормально, как обычные люди. Типа, нет, ну, не... тогда, по тем временам, вот эти вот черные губы, вот эти волосы, ирокезы у них, они на меня так лично наводили жуть, потому что я была девочка-девочка. Слушай, в то время все носили, даже Цой носил черные губы, ирокезы и всю эту лабуду. Я тоже не люблю. Даже какая-то судьба у него. Ну, короче, вообще какие-то такие вот... Кого, они Цой не очень талантливые? Да. Не очень талантливые? Нет, вообще не люблю его песни. Особенно вот эта группа, группа крови, прям не могу. Кукушки эти все. Моя. Вон твою ли песню любила. Да, да. Но мне кажется, вообще, типа, самая такая популярная Киша. Ну да. Сколько мы ее перепели в караоке под гитару вообще. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпион. Я бы, народ, у нас бабнись нормально сейчас каска или нет? Я заебался ее бабнись. Клип какой жуткий, помните, был на эту песню? Вообще пиздец.
Мне кажется, люди постарше должны помнить. Молодежь-то не помнит. Это про какую песню? Вот про эту. «Клятый старый дом». А, да, я не слушаю. Они жили и умерли во имя серебряной жизни. А что, комбо? Они жуткие, а там только, блядь, а, второго колеса? Назад, блядь, назад. Там, блядь, ФК-шка выводит, блядь. Нет, вот этот киш, который вокалист, блядь, как он уже стрёмный выглядит, там зубы такие все просто пиздец. Я смотрю концерт 2003 года, нашествие там, по-моему. Нашествие 2003 или 2002. Ебать, чё они там с зубами просто нахер. Ну, образ такой. Нет, почему Овечкин беззубый? Потому что у них у хоккеистов такой образ, типа тут то же самое. Стрём наш пиздец. Потому что это бессмысленно их делать. Блять, ну зато он, смотри, крибабки зарабатывает, даже беззубый. Я думаю, у Овечкина нету зубов не потому что образ. А, нет, зачем? У них же... Ты думаешь, он себе не может зубы вставить? Да, просто нету смысла зубы вставлять. Потому что их выбьют, ты чё? Это точно не образ. Это, скорее образ всего... Образ тоже. А, ну ему бы тогда уже все передние повыбивали, а он всегда с одним выбитым. Ребят, ну чё гоните? Но не один. А может, выбитый. Просто впадло делать? Там смотрологов боится. Там больше выпитых таких сломанных было. Блядь, за такие деньги он может закрыть глаза, сука, уснуть и проснуться, блядь, с белоснежной голливудской улыбкой. Алло. Слушай, если ты боишься этих стоматологов, ты не пойдешь к ним. Особенно, если тебе еще и насрать на это. За это еще деньги отдавать. Не, я другого мнения. Ну че они там? Ну, блядь, а что значит образ? Образ без зубов. Ну, такой. Образ хоккеиста. Хоккеиста. Более личность, он медийная. Давай про медий с левой стороны. А что, медийная личность с ровной улыбкой будет уже совсем не то, да? Ну, и сука, ты споришь, чтобы спорить? Ой. Щитка, поехали. Через этот тезер у тебя есть краб? Нет. Ладно, похуй. Через ту губу бить, короче. Полипалы, два штуки. На листику. У нас левичка. Нет, никакие не рарники, просто к следующему РТ-крабику приручи. Ну там погугли, какого надо конкретно. А можно? Ром, там с твоей стороны пушка. А через кого будем щелить? Куджа в последнюю очередь, бейте всю хуйню. Все время. Лок у нас. Ребят, щитком. Напоминаю еще раз, Пуджа в последнюю очередь давайте. Видите трэш другой живой? Пуджа игнорите. Куда он побежал? Тмаза, ткинь усиление магии на Вальку. Я могу идти в черви вылазить. Это что там, палы, вара, не надо никому щит, да? Алло, блядь. Какие палы, вара, щит? А. Заебали, блядь. Это полщит, мужик. Это не щит. Короче, на распыл отдаю. Мне нужен Халлист. А ты просто ролишь во время босса, я, блядь, хил знаю. Халлисту нужен. Халлисте нужен. А, ну летай тогда пока. Suppressor spawned. Ой, почему все? Да, меня уж. Suppressors
Управление лич. Что у вас там? Сколько стаков? 30-40. Ладно, последний портал заходите, потом захилите. Я уже сейчас бы, в принципе, захилил. Подавление будет. Где? Ну, сука, не вперёд же, стак. Всё, скил. Дайте им рост. Не надо. Окей. Okay. Потом будем ждать, когда будет рост. На дракон. А, точно. Так за... Гимн нахуй подайте, по-моему. Давай уже, обновите их. Suppressors spawned. Ебать, что за рожь, нихуя себе. Иван, боешка. Что за хуйня, сколок упал? Она, по идее, дорогая должна быть. 16 вроде. Последний раз я себе хотела купить 16 была, да. Ай, хуй так. Сколок упал, непорядок. Сам бахуй. А я пошел с бобом прыгать. Да, Войд, прыгай, я тебе боб дам. Херасе. Давай, прыгай, боб. Это наёбка. Нет, он выживет. Это физический урон. Сейчас, смотрите, одни перья будем соскребать. Я живой. Это физический урон падения, так что боб... Да, мы все знаем. Мы же шутим. Не-не, мы не знаем. Мы нубы, нахуй. А почему Войд не умер? Расскажи, пожалуйста. Турбоперья у меня, турбоперья, блядь. Ранец с кораблей забрал. Да нет, он просто экстемп в этот момент писал. Чтобы он выжил. Вот эта хуйня надо кому-то? Какая? Дуплозавра забирай. Тоже песня классная вообще. Ты бесплатно отдашь, заберу. Не, на РСПВ. Ну я и носить не буду, мне нахер не нужно. Так, кром. Узы хладного духа. Халист. Узы сладкого духа. Ты чё, накурился? Нахуя тебе это? На ретрика нормально будет пояс? Ну, я могу линкануть, какой у меня сейчас. Ебай. У меня кожаный там. Тебе оно типа к спеху у вара пиздить пояс, блядь. Они все на успех гонятся. Дело сладкое. Я понял, блядь. Дальше ебаш. У меня кожаный. Вот. 600. Ну как можно их не любить за эту песню? А что там поют? Включи, послушай. Какой вниз на ретрике, блядь? Чё, прикалываетесь? Отдавай вару кому-нибудь или ДК, блядь. Ну еще раз, что там, кто больше ставку давал? Я что-то стерлась. Кром. Сколько там? 500. А чё ты урон себе не наносишь, этой херня? Я так полъебало себе отрываю. Он наносит, вахилю. У него шилда висел. А пал сколько? Центру уйдите, тут чё стрэша много будет. Пал сколько ставил? 700 или 600? Я ставил 600. А кром 500. Заебали. Дойдите, помрёте ведь.
Кентури входит в игровой мир, ничего себе. Видимо, выписали из больницы. Это отсылка к Иван Васильевич меняет профессию или он реально лежал в больнице? Ну, видимо, реально, раз его месяц не был. Кого? Кентури в больнице лежал? Я не спрашивал, с чем он там был, но сам факт. Месяц? Пол менял. Какими вещами не шутят? Про смену была, про больницу. Блять, а чё ещё раз паучки вышли, нахуй? Вы чё там, блять, забагали ивент, что ли, нахуй? Всегда же так было. Сейчас два раза мелкие и всё. Всё, нахуй, стойте все в центре, блять, никуда не отходите, нахуй. К воротам заебали, нахуй. Походу реально забагали ивент. Походу запустили. Да нет, нет. Но видишь, паучки не по таймингу вышли, этих еще не залили, паучки вышли. Так это уже третья пачка больших пауков. Их две должны быть. Заебись, постоим, у нас времени же дохуя. В смысле, всегда так было, а чё? Да они накурились нахуй, чё вы слушаете. Вторая пачка, не на четвертых уволили. Вот и всё. Он жубас, нахуй. Кирилл тут накидывает, блядь. А это еще, знаете, есть хуйня, зибак называется. А как оно еще по-другому называется? Это поебень. Скажи мне, блядь. Зеленые шарики такие, блядь, маленькие. Шалфей? Хуей, блядь. Вот это еще хорошая песня. Горошек? Горошек нахуй, такой, ну... Блять, это нахуя вас... А! Чё, блять, ты забыл, какое название-то у него. Насвай нахуй, ёбаный. Блять. Ну да. Всегда рофлил степов, которые его закидывали. Да, пускай его уедет. Беба, ты кидал на свай? Да, один раз закинул. Ну что, нормально? Да я, по-моему, проглотил, и меня стошнило. Там же известь. Мне не сказали, что нельзя типа слюну глотать. Я нахуй сглотнул. Прям сглотнул. А какой от него эффект вообще? Да там просто губу жгет, не знаю, голова кружится чуть-чуть. Ну это... никотин типа. Это для лохов называется, нахуй. Говна закрутили в шарики, нахуй. Цыгане, нахуй. Школьника продают, говорят, ебать, вштырит тебя, сильным станешь, еще чем-нибудь, нахуй. Да. Все, они закидывают, нахуй, как бомжи. Блин. Да, меня заскамили лютые, блядь. У нас в классе таким баловались некоторые. Да пошли, блядь. Я поехал. Я распал. Главное, что успел с первого. Жмите. Это была попытка, нахуй. Ну, видишь, блядь, кверху жопой. Куда вы пошли, блядь, и здесь будем сразу, блядь, ему. Иди, блядь, левички, там приборусь, иди сюда, вон, к лестнице будете. Что же дракон из головы где-то? Ну, идите все сюда, куда вы, блядь, ушли, нахуй, говорю, сразу, блядь, будем. Минус пачка, чё ты там стоишь?
Чего пьет? Первый босс, получается, будет. А что если, блядь, запулить? О, хуйню сказать хотел. Ну чё с такого вообще? Забаговать. Ну хант первый. Видел, Кирилл? Прохиливайтесь, да, как стало. Сразу босс убил. Да, сразу, блядь. Убежали. Я вообще не лагаю. Это все-таки Луи. Жаль. Не жаль. Леглась минус почка, а Дельта Эзер Войд вынесли метки быстрее. Не пойдет. Слева падает. У меня ДДМ. РДД по крайним сыграем. По центральной стопните. По центру падает. По левому крайне никто не бьет, и по правой дальней никто не бьет. Близко по центру падает, пришли. По левым никто не бьет, правой стопните. По центру. Последняя по центру чуть левее. Блять, сейчас разобьете. Ну и дебилы нахуй. Вот реально дебилы, блять. Сказал же стопните. Стопните, я сказал, когда еще было 300 тысяч нахуй мне. Вы дауны или дауны, вот объясните мне. Летят сейчас будет ближе к босту. Беги, малышка, беги! Засейвил бомжа из баунда. Я вхилила. Фридом дайте про меня кто-нибудь, красава. Кроме Лексора тугут убивают Ливич. Чё? РДД по крайней. Тебя вагона спас только айсбаунд, просто. Я тебе отвечаю. Справа далеко. Да, да, все просчитано, блядь, без зубов. По левой стоп, пожалуйста. По центральной не бейте, справа близко падает. А ты сегодня согрешила с утра или что? Да. О, не будет притяжка, будет пазл, так что приветствую. 4, 3, 2, 1.
Ладно. Первый в печеньку, Кром в печеньку, отошли от печеньки. Печенька, где Кром? Разбили скреп. Колдплей в печеньку. Подбили склеп, но не разбивайте, будет притяжка. Не успела выйти, жубы дать. Это ты, блядь, сука. Я бы верил. Еще раз печеньку вынеси, отойдите от печеньки, еще раз печеньку вынеси. Отойди, блядь, печеньку вынеси. Подбейте, да, не склеп разбивайте. Львичка, ты меня там поменять не хочешь? Почка опять в печеньку. Отошли от печеньки. Почка в печеньку, блядь. Куда ты пошел в Мелизону, блядь, чтобы заморозить? Дурак, что ли, нахуй? Вау, ты где? Еблан, блядь. Глыбами. Разбейте склепы все вот эти. Все склепы разбейте. Дезер в крест. Пошли от креста. Следующую печеньку выносит. А можно прохил дать по мне? Печеньку выноси. Кидывайте все сталь. Заебись. Ой, блядь, ближе к боссу подошли, сейчас притяжка будет. Воет печеньку. Ладно, отойдите. Воет печеньку. Что вы делаете? Спрячьте за склеп. Блять, ну вы ебанаты конченые, нахуй. Почему вы не можете, блять, нормально вынести метки? Сука, я поставил ебаный этот, нахуй. Ебаную метку, блять. Куда ты, нахуй, блять, почка бежишь, нахуй? Да с таким учетом я лучше в 20 человек пойду, нахуй. Если вы не видите, где метка, нахуй, стоит. Нахуя ты идешь дальше, блять, этой метки? Объясни мне, нахуй. Что, блядь, слепой, нахуй, не видишь метка где или что, нахуй. Если это уебище какое-то заморозится, когда ты, блядь, стоишь метки в метке, блядь, я тебе ни слова не скажу. А скажу этому ебанату, который заморозился. Ну не тебе, нахуй. Самое вообще забить эту хуйню, ёбаный. И два хулипала, в чем проблема, блядь? Вы там хились будете или нет? Эзер, ты там долго или проще без тебя пульнуть? Убавляйте по рейду, рыбу ешь? Отбивайте там на конце, рыба вон стоит там еще. Минус волк. Причем
Ищите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Эзерс, он же Энфи, Бичереска, Королева. Сдвигайтесь да. Левее, ну, блядь. Не успел. Ладно, пойдет слева далеко. Ну, это тело Никита подставил. Да, они все встали. Слева. Типа. Кто не двинулся. Угу. Нам хочется пошкодить, ну, блядь, слева. Не надо его резать. Слева опять. О, блядь, пол рейда нахуй. Разбили склеп. Вы там ебланы или что нахуй? Или мне вам минусануть нахуй, кто по склепам играл? Для профилактики косарика. Еще раз так разобьете, я все еще раз так и сделаю. Не буду спрашивать, кто там дамажил или нет. Вавар, что кроме Сандра должно висеть на боссе и на рейде при этом? Какой баф единственный у вас есть, который вы должны бафить? Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Леглась, владыка, Адель, королева личка. Спасибо, Адель. Слева, пана, справа. По левому дальнему сыграть РДД, по правому дальнему не принимает. Близко на лестнице пара лично. Справую дальнюю никто не бьет, слева близко пана. Левую ближнюю стопните, блять. Сразу бьете. И левую и дальнюю можно стопнуть. Справа падает. Правую самую дальнюю бить. Разбились все равно. Ливан. Ёбки, да? РДД, уроды. Капурсивен, парапет. Нихуя, там 4 шла под свой бэген. Ладно, у нас пойдет пить. На фазу. Фаза будет. А, подтянуло. Бежали быстрее. Раньше время. Фаза. Энфи в печеньку, отошли все в печеньку. Ну, блядь, вы заебали, разбили склепы быстрее. Халиста, блядь, вагон нахуй. Прохил меня. Чувак, в печеньку, прячемся, должны притягивать. Прятались. Отбили склеп чуть-чуть. Разбили склеп, левичка в печеньку. Склеп разбили, левичка в печеньку. Угу, убежали. Склеп не добивайте пока. Разбили склеп. Следующий склеп. Левичка, иди меня. Пизда нахуй. Вой, дай перпу мне. Еще отведи босса, еще дальше. Левичку хильте. Блять. Дайте рибавку до карабили, сейчас
Нэнси, печеньку, отошлись на печеньку. Печеньку, печеньку, отошли быстрее все. Котяра, дай БР пармазит. Левичка, прожмешь. Где с вами? Еще Алиста, в печеньку. Отошли от печеньки. Блин, втроем хилю. Побождем, когда мне... Господи, нахуй, сейчас левичка сдохнет еще. Я могу БР дать, если что. Дай БР по нему, блядь. Дуплозавру, зубы там, что-нибудь. Где ты вообще есть, нахуй? Сука, конченый, блядь, еблан, нахуй. Ты, блядь, слепой, нахуй, на что? Что вы, нахуй, делаете, блядь? Почему я, сука, должен на вас рваться, нахуй? Ебланы вы, блядь. Ну ты всех обвиняешь. Что вы нахуй делаете, блядь? Уёбки, я вас сейчас нахуй начну кикать нахуй с гильдии, блядь, а не вагонить вас, долбоёбов, блядь. Нахуй вы мне нужны вообще, блядь? Метку, блядь, вынести не можете, нахуй. И от освобождёнки дохните. Только попробуйте сейчас нахуй перепутать цвет метки, блядь, или освобожденки перебрать и сдохнуть в этой метке. Мы немножко изменили кое-чего. Потом посмотрите. Где? Здесь? Дезерон написал. Насчет тринкетов. Толгорода. Попадали по лету, что? Уёбки. Блэк, котяр, владыка, во и так далее. Право близкий панель. Право. Лево. По центральной не бить. По центру пишите. По центру. Разбили. Трепещите,
Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Four, three, two, one. Притяжка сейчас будет ближе к носу. Колдплей Финик, Владыка, Бич, резко Блэкич. По центру фана. Все, по центральной не бейте, хватит. Правую, дальнюю, левую, дальнюю. Право фана. По центру. По центру. Смотрите, там освобожденку не взорвать. Девичка в печеньку. Разбились, блядь. Ой, блядь, беба нахуй. Ты такой беба, блядь. Нахуй обморожение сколько набираешь? Кош на вторую фазу надо сказать. Сон же в печеньку. Блэк Мироз, дай бэр. Опять печеньку наносит. Блять, верит. Ой, отбежали быстрее. Серый, дай бэр по войду. А, блядь, девичка, блядь, сдохла. Блядь. Да ебаные вы, блядь, овощи, нахуй. Левичка, как ты от дыхания одного умер, блядь? Сука, Геру, давайте фулл ДПС по боссу, нахуй. Ебланы, блядь. Блэкич в сторону. Ну, пиздец. Сейчас заморожу здесь рвить, блядь. Да. Дай секру халиста там или кто полплей. Дупло в сторону. Добивайте, не надо убегать, добивайте, блядь. Ой, блядь, уже поздно нахуй. Ну сказал же, добивайте, ребят, блядь, ну почему вы такие тупые, я не понимаю, нахуй, если я говорю добивайте, значит надо добивать, у меня ни одного сейва нету, чтобы засейвить, соответственно, я умираю, нахуй, потом вы умираете, блядь, сука, нахуя вы эти стрейфы делаете ненужные, левичка, блядь, что ты делаешь?